Ребята, всем привет, с вами Александр, я снова в гостях, уже еще в каком-то, короче, аккаунте, а точнее в аккаунте Алексея. Я сюда зашел, чтобы вам показать нового гибрида, потому что вчера, когда вышло обновление, он был доступен какое-то короткое время, я провтыкал, но был на работе, а вот Алексей успел это сделать, ребятки, и сейчас мы посмотрим, в общем-то, что у нас есть. Наш новый гибридик делается из гигантского оленя. Вот такой вот гигантский олень нужен, естественно, 40-го размера. Плюс индрикотерий. Ну, тоже нужен 40-го размера. Кстати, вот он тут тоже есть. Да. И давайте сейчас проверим. Сейчас кнопки слияния. Да, вот кнопка слияния была доступна короткое время, потом ее убрали разработчики. Да. И, в общем-то, кто успел, тот смог вот такое вот чудовище сделать. В общем-то, да, туловище индрикотерия, немножко гривы от гигантского оленя и роги тоже от гигантского оленя. Вот такое вот существо, ребятки. Также, в общем-то, в описании под видео будет ссылочка на группу, которую ведет Алексей. Так что, если вам нужен вдруг какой-то здесь динозаврик, можете обращаться туда. Так, ну что, давайте смотреть на показатели. 5000 на 1590, а здесь 3 на 1000. В общем-то, чертовски неплохой у нас получается гибрид. Он переплюнул мамонта, получается. Сейчас будем смотреть. По жизни примерно так же, да, но вот сила удара у него будет помощнее. Отлично. Давайте почитаем, что-то про него пишут. Эволюция 1. Так. Нижней губой этот гибрид мастерски захватывает листья и скрывает их с деревьев, совсем как современные жирафы. Жирафы вообще там, да, губами и языком активно орудуют. Кстати, давайте сейчас я вам покажу. Вот если мы сейчас нажмем добавить, видите, пишет, эти животные на данный момент недоступны, пожалуйте, попробуйте позже. Ну, это о том, что разработчики что-то завтыкали, наверное. А потом, ах, надо же его убрать, надо сделать его, может, каким-то, не знаю, там, турнирным или еще чем-то. Но, да, кто успел, тот молодец. Так, рога индрикоцера могут быть также больше, чем у гигантских оленей. Ну, естественно, слышите, индрикотерий, там, 18 тонн тварюка, короче, 5 метров высотой. Так, индрикоцер означает рог индрика. Ну, индрик это зверь сказочный, да, ну и рог цер. Цер это типа рог, да? В русской мифологии индрик считается королем всех зверей. Он немного напоминает носорога. Так, индрикоцеры любят биться друг с другом куда меньше своих предков гигантских. Конечно, слушайте, с такой-то массой они, если друг друга ударят головой, то они как бы сломают друг другу шею просто моментально. Чем больше существо, тем как бы легче оно может себя сломать. Тут, как говорится, тиранозавр бежал, упал, умер. То же самое и со слоны тоже, если он побежал, споткнулся и упал, то может себе как бы шею сломать. Так что самые маленькие существа самые крепкие, как говорится. Какую-то там маленькую мышку можно с 10 этажа выбросить, и она на землю приземлится, и хоть бы что будет. Так что говорит, коты падают с... У меня кошка падала с 10 этажа, ребята. Выпадала с балкона, ну, внизу под балконом была, ну, земля, трава, и абсолютно ничего и не было. Ничего не сломала, ничего, короче, все с ней было хорошо. Кроме того, что она испугалась. Вот такие вот дела. А какие у вас были забавные или, может быть, страшные случаи с вашим домашним животным? Напишите об этом в комментарии, ребята. Так, ну, а мы тогда пойдем сейчас куда-то посражаться. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас какие условия? Здесь условия только обыкновенные. Так, здесь у нас что? Здесь это мы уже проходили. Так, а вот может заодно... Вот, а, здесь у нас подводные. Кстати, да, я там в одной из бит взял, когда брал 30-го, думал, мозазавра, я взял 30-го хайнозавра. Да, это было, конечно, забавно. Но ничего. Так, а ну-ка, где наш... Или здесь нет? Так, все существа, поверхность. Мозазавр 30-й. Есть. А хайнозавра здесь нет, да? Нет, подождите, вот хайнозавр. А, не свирепость, нам нужна сила атаки, так будет проще.
А это нет, это 40-й считается уже. Вот, да. Ну, кстати, они очень похожи. Вот, смотрите, да. Хайнозавр 30-й и мозазавр 30-й. Ну, очень похожи. Только раскрасочка уже есть у Мозика. Ладно, мы сейчас не об этом. Значит, мы идем на арену ПВП. И сейчас будем удивлять. Удивлять. Так, я, кстати, не обратил внимания, какой он у нас. Саванный. Так, саванный, отлично. Кайнозойская эра. Так, кого будем брать? Есть у нас Индрик саванный. Против него пойдет. То есть Индриков нужно разбавлять пещерной. Анакондочкой. Так, а мы давайте посмотрим. Ну, давайте вот, чтобы было видно. 5500 на 1270. Ну да, то есть как бы он... Он не уступает по сумме, то есть у него больше перевес в сторону жизни. Но в целом они примерно равны, да? Получается 6700, а здесь 6700. 6600, да. Ну, мамонта там чуточку больше получается. Ну, давайте пойдем. Вот такой вот комбинашкой. Так, 1600, 1400, 1300. Отлично. Так, ну, так. Это не очень хорошо, конечно. Нас тут могут и порвать. Кто мне там? У меня анакондия. Анакондия. Ну, ничего. Противники у нас суровые, но у нас масушка богатырская. Индрикоцера весит побольше индоминуса. Прикольно, сейчас будет анаконда, будет у нас побеждать индоминуса, я так понимаю. Так, ну давайте посмотрим, как наш индрикоцер отдыхает. О, ну прикольно, лег, видите, как бы роги сквозь текстуру не провалились, все отлично. Раз, два, три. Ам-ням-ням, и остапозавра нет. Так, индоминус, так, давай, пожалуйста, не атакуй. Я тебя сейчас съем. Ну, вот и взял, и проатаковал. Черт, я хотел анакондой съесть индоминуса. Но ничего. За два удара справимся или нет? Давайте вот мы сейчас прикинем на калькуляторе, до того, как начнем бить. 1590 умножить на 2,4. 3800. Раз, два. Вот теперь мы знаем, что мы пробиваем. Ладно, третий был, наверное, лишний, но ладно. Так, это был... Блин, хотелось бы удар побольше, чтобы был. Надо было переносить больше в защиту. Ладно, давай, атакуй. Блин, не проатаковал. Ладно, до свидания тогда. 6. Ну, 6 это достаточно больно. Это уже был удар типа суперка. Сложно. Ну, красавчик. Красаучек. Крутим рулеточку. Закрываем и идем еще один разочек. Так, давайте снова же сюда. Все существа кайнозойские. Кайнозойскими пойдем. Давайте тогда возьмем мамонта. Ну, заодно мы посмотрим. Ну, по размерам нету. Хотелось бы зауропода какого-то встретить, сравнить как бы по размерам, да, там. С каким-то там апатозавром, еще кем-то. Кстати, за два удара нас пробивают. Остапозавр крепкий, гаденыш. И мы еще разок сходим, ребята. У нас будет еще три. Третья битва будет. А, ага, фигушки тебе.
Я еще могу выдержать один удар. Так, ну, 4 балла. Надеюсь, он на один не проатакует. На 3, у него было 4, да, по-моему? Так, ну, у нас по традиции. Первый Индрикоцер идет отдыхать. Да, жаль, что Мамонтериум, да, у нас еще не получился. Помните, как я рисовал там смесь Элосматерия и Мамонта? Так, ну я не буду тут пытаться приберечь мамонта. Ну, видите, нам попадаются в основном динозавры противники. Опять же, атакуют всего лишь на 3 из 4. Это неприятная такая ситуация. И мне придется атаковать на 4. Раз, два, три. 4 и раз, два. Ну, 3 поставлю. Если у него 5, чтобы мы 2 точно пережили, потому что 3 он бы нас пробил. 1650 раджастеки на нас за 3 удара пробивает, это точно. А у него 4, подождите, блин. Я был уверен, что у него 5. Я его не пробил бы, да. У него в защите стояло. А вот теперь мы его перехитрили. Это крутая победа. Ну, туловище. Смотрите, какое гигантское массивное туловище у Индрикоцера. Вот так вот. Блин, ну как-то бы еще так анимация, значит, чтобы рогами там по морде, по зубам влепил бы. Да. Там, представляете, какой толщины у него там роги должны быть. Ух! Так, кто мы что-то еще выполнили? Так, ну а мы немедленно идем дальше. Не туда. Кайнозойские. Так. А где, кстати? Давайте вот так вот сходим, что ли. Индрикотери, Индрикоцер и Индрикоцер. 1500. 1100 и 800. Первый самый сильный. Это хорошо. По-моему, смотрите, Индрикотер еще жирнее, чем Индрикоцер. Как бы это так сравнить? У него, ну, по крайней мере, брюхо висит ниже. Может, Индрикоцер повыше? Но он выглядит более массивным. Выглядит более массивным. Так, ну вот как бы его так сейчас засечь. Пытаюсь вот сейчас поддержу мышку, где у него был живот. Черт, насколько он проатаковал? Ну, думаю, по полной. Да, вот, смотрите. Вот здесь вот у нас был живот. То есть у Индрикоцера он такой более плотный, атлетичный. То ли у него ноги подлиннее, по-моему. Ну, у Индрикоцера прям такое брюшко висело. Это ты зря, дорогой мой. Это вообще игра в одни врата. Нагибаем в ПВП всех и вся. Так, ну что там топиалозавр может сделать? Ничего, просто убежать. Так, ну это несерьезно.
Вызываем супероружие. Кстати, он не сильно изменился на 40 уровне. Жаль, что, правда, я не вижу первого уровня, как он выглядел на первом уровне. Ну, думаю, как бы разница небольшая. Раскраска, не было раскраски и не было, может, вот этой гривки спереди. А так, думаю, он таким и был. Вот такие, в общем-то, у нас дела были, ребятки. Давайте сейчас мы еще раз поглядим на нашего Индрика Цера. Так, а здесь нету Уинтотерия? А, не, вот есть Уинтотерий. Да, вот такой вот у нас Уинтотерий. Уртинотерий. А чё, а кто такой Уинтотерий? Странно. Так, вот наш Уинтотерий. Давайте сейчас мы тут посмотрим. Вот я тут сейчас пальчиком держу, вот запомню, где у него брюхо. И Индрика. Вот как бы на пол сантиметра брюха Индрикацера выше. Так, вообще-то у нас Индрикацер, смотрите, как он. У него такая вот, как у овчарки, задние лапы ниже, передние лапы выше, так сказать. Так, а у Индрикатерия? А Индрикатерия, ну как бы... Ну он реально, он жирнее. У него лапы короче. Лапы короче, и он как-то пожирнее. Да, во-во, намного длиннее лапы у Индрикацера. Это точно. И намного жирнее Индрикатерий. Особенно вот это вот у него грива, смотри, какая гигантская. Вот тут вот у него прям такой горб. Горб, как у спинораптора какого-то. Как у этого? У Дейнахейра какого-то. Так, ну, в общем-то, вот такие вот дела, ребятки. Ждем, пока он станет доступным для всех. И я его как бы тоже смогу в своем аккаунте завести. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.